Короче, вот так отдыхают лошади в безопасном месте. Они специально подошли, наверное, рядом с коровами стали. А у нас кого-то не хватает здесь, ребята. Вся есть. Качается аж. У него там клеш был вот здесь, на этом месте. Иза, походу, хочет сдать на права. Маккина нету, Маккин убежал за кобылкой, которая приходила к Золотому. Да, Маккин вернулся снова. Вот, короче, привез нам жеребенка. Татарка забирает жеребенка себе. Татарка жеребенка себе забирает. Я знаю, это чей жеребенок. Потом забрал ее сына, пришел сюда. Короче, мои кобылки, оказывается, татарка хотела его себе оставить. Лейла его прогнала с Изой. Но Маккин... Доброе утро. Доброе утро. О, Шанель Коко лежит. Татарка лежит. Там еще одна какая-то лошадь лежит. Первый раз вижу, что лошади вот так лежали оптом. Татарка просто... Это второй раз в жизни вижу, что татарка лежала. Регги! Регги лежит там. Блин, когда вот так я вижу их лежачие, я боюсь немного. Татарка кувыркается. А это я уже хочу, у нас происходит. Регги, с тобой все нормально? С тобой все нормально, Регги? Нормально все с тобой? А, нормально. Все, понял, нормально. Не пугай меня. Фуф, все нормально. Вчера смотрел, как мужик лежал с лошадкой. Прям ручная была. Шанель встала. Ну все, теперь буду кормить. Короче, вот так отдыхают лошади в безопасном месте. Они специально подошли, наверное, рядом с коровами стали. А у нас кого-то не хватает здесь, ребята. А, есть, вон Властимира. Все на месте. Рядом с коровами стали, если вдруг что, соскакивать коровы же тоже будут вместе с ними. Вот теперь будем кормить. Маккин, ма, кушать идем. Изи чешу под хвостом. Она бедная от удовольствия, не знает, куда себя деть. Вся качается аж. У нее там клеш был вот здесь, на этом месте. Аж голову гнет. Баунти, райское наслаждение. Все, хорош. Что, любовь у тебя, да, Измир? Шанель Коко. Смотри, чтобы она не пнула. Рано ты подрослел, сынок. Иза еще хочет массажа. Хитрая какая. О, снова она балдеет. Хватит, а то Лейла заревнует. Да, Лейла? Задом не подавай. Вон татарка, все захотели еще по второму кругу. Иза, походу, хочет сдать на права. Я смотрю, татарка тоже не отказывается от прав. Ну что, поехали, девочки? Ох, голову куда сует Иза, смотрите, в салон. Иза, иди сюда. В отражении на себя смотрит. Вот и пошли они дальше кушать. Лошади
увидели двух черных машин и, короче, ищут сладости. Маккина нету, Маккин убежал за кобылкой, которая приходила к золотому. Да, Маквин вернулся снова. Вот, короче, привез нам жеребенка. Татарка забирает жеребенка себе. Татарка жеребенка себе забирает. Я знаю, это чей жеребенок. Это Ильяса, кобылки жеребенок. Сейчас позвоним. Смотрите, что она делает. Она это его... Смотри, брат, они ей обиду не дадут сейчас этому жеребенку. Они его сейчас будут прогонять, но Маквин не даст им прогонять. Сейчас они замучают этого жеребенка. Сейчас, да, он чужой, Маквин его... А почему его защищают? Брат, Маквин пошел, короче, целоваться с ее мамой. Отобрал у мамки, привез сюда, чтобы мама сама сюда пришла. И чтобы она здесь осталась. Вот такой матри, этот самый здесь. Видишь, как ты знаешь этот момент? Брат, я с ними 1.5 года, и табуне я здесь с ними чуть ли не ночую. И каждый их характер я знаю. Надо жеребенка маме вернуть. Вон жеребенок. Маквин, короче, пошел за кобылкой. Кобылка не пришла сюда, Маквин привел жеребенка. Сейчас его мамка, наверное, сюда придет. О, жеребенок. Машаллах, табаракаллах, табаракарахман. Татарка. Смотрите, какой балаган здесь поднялся. Какой балаган поднялся. Да, 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 балаган, балаган получился. Блин, я не знаю, что делать сейчас. Как этого жеребенка поймать? Как мамку этого? Это Ильяса. Помните, кобылка приходила золотая? Этой золотой кобылки внук это. Ее дочки, сыночек это. Маквин пошел ее дочку навестить. Короче, та отказала ему. Он пригнал сюда его жеребенка. И теперь ждут, пока его мама сама сюда придет. Хитрики. Смотрите, Маквин что делает? Пошел за жеребенком забирать его. Смотрите, Маквин забирает его. Смотрите, Маквин что делает. Брат, смотри, что делает жеребец. Ошалеть. Вот это, конечно, да. Надо сейчас жеребенка. Сейчас мы найдем твою мамку. Сейчас этот жеребенок, если пойдет к мамке, к своей. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, малыш, иди сюда, иди сюда. Стой, Маквин! Стой! Вот говнюк, а. Так, ребят, оказывается, вон видите там кобылка. Не кобылка, жеребец это моего друга. А вон жеребчик, вон он жеребчик, на той улице бегает он. Блин, не знаю, вы видите, не видите, сейчас увеличу. Вон он там, вон. Короче, это жеребец, он не Ильяса жеребец, это сын Маквина. Маквин пошел к ее маме вниз, представляете. Потом забрал ее сына, пришел сюда. Короче, мои кобылки, оказывается, татарка хотела его себя оставить. Лейла его прогнала с Изой. Но Маквин возвращал его. Представляете, он понял, что это его сын или как, не знаю. Но, в общем, этого жеребенка Маквин привез домой. Это из мира сводный брат. Вон он. В прошлом году у нас такое время. Не такое время, чуть раньше. Маквин спустился, его маму покрыл и родился. Вон тот жеребчик. Забыл, как его звали. Но он есть у меня там в ТикТоке. Вон он бежит там, где красная крыша. Вон он. За какие-то считанные секунды он свалил. Вот, Маквин идет сюда, отсюда его смотрит. Когда его мама появляется, бежит вниз. Думает, там в охоту пришла, не пришла. Ее уже покрыли другим жеребцом английским. Вы знаете этого английского жеребца, я забыл, как его звали. Помните, английский жеребец был, катался со мной, когда мы с Маквином гуляли. Я забыл, как его звали. Гром, по-моему, или... Ну, короче, красивый жеребец. Он покрыл мамку этого жеребенка, но бывшую жену Маквина, получается. И она уже никак в охоту не придет уже. А Маквин нет-нет ходит туда, смотрит, вдруг там касса открыта, снять хочет. Вот. И вот здесь кобылок держит, чтобы он мог и туда успеть, короче, назад, и обратно сюда вернуться.
Вот и страсти-мордасти.